Дякуємо, що залишаєтеся на сьомому. Лайв-студія триває. З вами Анна Полякова та Євген Салтан. Справа по замахам на активістів в Одесі будуть розслідуватися як терористичні акти. Про це не тільки говоримо найближчої інформаційної години разом з нашими гостями. Протягом наступної ефірної години говоримо з Олегом Михайликом, політиком. Вітаємо вас. Також Михайлом Козаканем, політиком. Вітаємо вас. Вітаємо. Питання, яке ми ставили декілька годин тому, чи достатньо роботи, чи достатньо робить міська рада для вирішення проблем? Так, але ми могли і краще. 39% на даний момент. Ні, повністю їх ігнорують. Так, вважають 61% наших глядачів. Ну і мені дещо зрозуміло, мабуть, відповідь на це питання наших гостей. Я не думаю, що ви задовільні ефективністю міської влади. Можливо, я помиляюсь. Помиляєтесь? Я хочу, щоб вони сиділи всі в тюрмі, оці люди. Щоб вони несли відповідальність за те, як вони грабують 5 років наше місто. І гвалтують, і грабують. І задоволені, незадоволені, для мене навіть питання так не стоїть. Я розумію, що вони обкрадають постійно наше місто і нашу громаду. Питання в іншому, чи достатньо вони роблять для того, аби позбавити одеситів від проблем? Да ні, звісно, що ні. Вони не здатні бути сучасними людьми. От і все. І сучасно керувати містом. Дякуємо, Олеже. Ну, то, що я віжу, це... Даже, мне кажется, спрашивать не надо, потому что каждый одессит, который ездит по городу в ужаснейших маршрутках, который идет на пляж и видит эту застроенную береговую линию, каждый одессит, который садится в трамвай, в городской транспорт и по дороге, дай бог, чтобы доехать до места назначения, то с этим всем мы сталкиваемся каждый день, и однозначно, что действующая сегодня городская власть не в состоянии решить фактически никаких проблем. Знаете, сегодня я хочу сказать, звонила телеглядачка и каже, что дальше уже немає сил терпіти, и давайте об'єднуватися, и за словами глядачки, давайте виносити їх звідти. Абсолютно согласен. Более того, вы знаете, когда... Бывают такие случаи, о которых даже думать я бы не подумал. Ну вот, например, ходя там в поликлинику, решая свои вопросы, да, занимаясь там своими проблемами, я встречаю людей, которые поломали руки в общественном транспорте города Одессы. И за это никто не ответил. Вы могли бы когда-то представить, что, находясь в трамвае, человек падает, ломает руку, потому что трамвай сходит со с рельсов. И никто не відшкодовує йому. Никто ничего не делает для того, чтобы хоть как-нибудь поддержать этих людей, потому что сегодня любая болезнь настолько дорога. И в тому числі фінансово. Зараз ми зробимо невеличку паузу. До нашої студії також долучаємо Олександра Маркова, адвоката. Вітаємо вас. Да, будь ласка, до нас проходьте, сідайте, де вам зручно. Угу. Вітаємо. Не секрет, що і ви, Олеже, і ви, Михайло, були жертвами нападів. І окремо хотілося б торкнутися питання безпеки нашого міста, адже відомо, що саме в нашому місті на найбільшу кількість активістів, зокрема, було нападів. На вашу думку, ми маємо таку чудову систему, як безпечне місто. Але, наскільки я розумію, доступ до неї мають дуже таке виокремлене коло людей. Повніша профанація. Могу вам сказати, як спеціаліст, який в цій області дуже добре розбирається. В своє час, коли ще, по-моєму, господин Гриневецький запустил систему «Безопасный город», и когда уже начались выделяться огромные средства на установку камер видеонаблюдения, на мониторинг особо опасных перекрестков, все, уже тогда выделялись деньги, мы провели свое расследование, покупалось оборудование зачастую в 50 раз дороже его рыночной цены. Более того, сейчас, когда уже вы видите, камеры расставлены на многих перекрестках, которые должны работать, в нашу компанию, которая делает, устанавливает камеры на некоторых перекрестках, там, где есть возможность, там, где нас просят, приходят люди, приходят работники полиции, в том числе приходят работники СМЭПа и просят у нас доступ к архиву. Когда мы спрашиваем, подождите, у вас там висят камеры, зачастую они не работают. Это полнейшая профанация.
Щодо нашої теми, давайте справу по нападам на одеських активістів будуть розслідувати як терористичний акт. Що, власне, змінює ця перекваліфікація? Ну, смотрите, про это давно, на самом деле, идет разговор уже. Еще в прошлом году, наверное, ну, полгода назад, даже больше, мы поднимали этот вопрос в Киеве. У нас просто немножко разная юрисдикция сегодня получается. Там по Олегу расследует нас полиция, по мне Стерненко, СБУ, Главное следственное управление СБУ Украины. Мы подавали даже, я обращался тоже, первое, объединить все эти дела, потому что мы все уверены и понимаем, что за этим стоит один и тот же заказчик, это представители клана Труханов-Галантерник. Вот. И для того, чтобы картина была полная для следствия, мы наполягали и продолжаем наполягать на том, что это потрібно все об'єднувати, все эти справы. Это важливо. Тогда будут видны все аспекты этого дела. И, скажем так, можно будет действительно выйти проще на заказчиков непосредственно. Опять-таки, это при условии, что будет, скажем так, политическая воля. Потому что в таких вопросах важна политическая воля. Заказчик — это, в принципе, очень богатые люди, невероятно богатые, с огромными возможностями финансовыми, политическими, административными до сих пор. Это все знают. Это знает определенный уровень правоохранителей в Киеве, чиновников. По крайней мере, те, которые еще находятся при власти, они в курсе. Поэтому тут вопрос стоит о политической воле решения этого вопроса. Выше определенного эшелона все понимают и знают, кто за этим стоит. Поэтому эти дела надо объединять, ну и расследовать вот таком, в комплексе. Это может быть как терроризм, так и я наполягав и подавав особисто заяви, да, створення злочинної організації. То есть это когда за змову осіб, заздалегідь і так далі, всі ці речі відбуваються. Більш того, це стосується і роботи нашої міськради. Тобто, що таке злочинна організація? Це не тільки ті люди, насправді, це ж одні і ті самі люди, в принципі, які нападають на людей з активною громадською позицією. І ці ж люди грабують наше місто. От ми повинні усвідомлювати, що це саме злочинна організація. Щодо відкриття справи по тероризму, то тут таке питання, це було зроблено через суд, це зробив Стерненко, за це йому велике, я кажу, спасибі. От, але побачимо, як це буде розвиватись. Не факт, що буде прийнята саме така політична воля. Тут дві статті підходить, як на мою думку. І тероризм, тому що це залякування громадського суспільства, це реальний тероризм, це повністю підпадає під цю статтю тероризм. І друге, на мою думку, особисто, більш підходяще, це саме створення злочинної організації. Просто тут можна підтягнути в цю справу в комплексно, в тому числі, і грабування нашого міста. От і все. Це важливо. Хотілося б, Олександра, тут почути, що дійсно змінює така трактовка? Чи докорінно це впливає на хід слідства? Смотрите, как для мене, для того, щоб качественно і повно розслідувати і розслідувати любые уголовные дела в отношении и людей, ну, общественных деятелей и обыкновенных граждан, необходимо, я не думаю, что необходимо переквалифицировать это все в терроризм, необходимо относиться к этому все-таки более ответственно. Это я отношусь, я говорю сейчас о работе правоохранительной системы. Я понимаю так, что это все-таки такой шаг, ну, Стерненко, для того, чтобы где-то привлечь внимание, возможно, к этой проблеме. Ну, проблема действительно существует, ну, по крайней мере, существовала. Сейчас мы видим, что таких случаев все меньше и меньше, или не имеют такого последствий, таких жутких последствий, это однозначно. Вот, чтобы привлечь внимание, чтобы передать на ответственность в СБУ. Но, допустим, как для меня, вот развитие такого дела, как терроризм в дальнейшем и с целью привлечь кого-то к уголовной ответственности, оно не имеет никакого для себя логического, может, правового развития. Я вам скажу так, что и можно расследовать нормально дела по 115-й, можно расследовать, ну, я имею в виду, за убийство, можно расследовать нормально дела из-за посягательства на, допустим, членов общественных организаций. Ну, на самом деле, статьи позволяют, они не ограничивают никакие мероприятия, проведение мероприятий. Але тут питання до того, як... Это все-таки такое, привлечь внимание, наверное, к этой проблеме, но не более. Организованная злочинная группа, да, действительно, это возможно, но тут тоже есть проблемы правовые такие, ну, вот и все. Не соглашусь с вами. Почему? Потому что я утверждаю, что мне известны просто аспекты нескольких дел, целого ряда дел, где одни и те же люди, одни и те же технические средства использовались по разным людям, на которых было совершено покушение. Вы понимаете? То
То есть именно за эти, я утверждаю, за этими всеми преступлениями, по крайней мере, за 7 преступлениями, которые мне известны обстоятельства, о которых, да, по нападению и попыток убийства людей с активной гражданской позицией, стоят одни и те же люди. Поэтому как можно выйти через, скажем так, исполнителя низшего уровня, насколько сложно выйти, не объединив эти все дела и не посмотрев на эту проблему в целом. Я об этом говорю. Это очень важно. Важно эту проблему объединить. Она не носит локальный характер, поймите. Это проблема именно вот, это проблема невероятной коррупции, сопротивления вот этой вот системы гнилой, циничной, вонючей, извиняюсь, системы сопротивлению вот какой-то эволюции. Потому что люди с активной гражданской позицией — это именно те люди, которые изобличают эти преступления, которые толкают эволюцию вперед. Мы это должны понимать. Да? И вот этих представителей этой воровской, коррумпированной системы это не устраивает. И они, поскольку она, это вся конструкция у нас в Одессе с откровенным криминальным прошлым, они идут спокойно на убийство. Вы понимаете? Они это воспринимают как угрозу своему преступному клану и готовы идти на убийство, уничтожать людей. Поэтому объединить нужно. Если мы 115-й, да, мы расследуем одно отдело отдельно, другое отдело, третье отдельно, когда для нас всех очевидно, что это связано, значит, надо связывать в процессуальном поле и расследовать эти дела вместе, потому что они пересекаются очень многие. Нам видно, что они пересекаются, но нет политической воли, скажем так, для того, чтобы взять это дело, взять одно, не знаю, хотя бы один прокурорский надзор в Киеве, хотя бы объединить в каком-то одном ведомстве, в каком-то следственном управлении, для того, чтобы это расследовать полноценно, чтобы все аспекты стали известны, и чтобы именно выйти на заказчика, потому что меня лично не устраивает, что по нам там сидит несколько человек в СИЗО, и которая, ну, там, низовая ланка самая, понимаете? Хотя я прекрасно знаю всю цепочку. Я знаю, если всю цепочку. Как вы думаете, знает ли Луценко об этом? Конечно, знает. Но он продолжает сидеть прокурором, и Малой продолжает всякую чушь, понимаете? Порошенко знал про отца Ланцюга? Конечно, знал. Конечно, знал. И потому что это тут я могу... Конечно, знал. ...разговор, потому что именно реакция посольства Соединенных Штатов и еще посольства ряда европейских держав вынудила Порошенко позвонить тому врачу, который сегодня возглавляет до сих пор, и дай бог ему здоровья, еврейскую больницу в городе Одессе, и поинтересоваться, в каком я нахожусь состоянии. И я уверен, что о произошедшем очень хорошо был информирован Луценко. И я могу это утверждать ответственно, потому что примерно в ноябре, в конце ноября, я был у него на встрече. И те вещи, которые он мне говорил, показывают, что он был Олег, в курсе. Олег, так ты скажи, что он сказал. Он сказал, что он общался с галантерником. Он хороший парень, все нормально. Вы понимаете, какой абсурд? Тут нас убивают. А прокурор генеральный говорит, когда он пришел с Аксютой, с адвокатом, он им говорит, а у меня был, да, все нормально, классный пацан. Вы понимаете, какой бред? Я скажу одно, что я не юрист, я не могу спорить с адвокатом, это его хлеб, он ни в коем случае не ставлю под вопрос его профессионализм, но я могу сказать одно, что на местном уровне, на уровне Одесской области ни полиция, национальная полиция, ни прокуратура не просто не в состоянии оказалась расследовать, она всячески делала... Саботировала расследование, она замешала выйти на след не только заказчиков, но даже исполнителей. Ни для кого не секрет, что сегодня до сих пор два предполагаемых исполнителя находятся в тюрьме, но нет ни того оружия, которое подходит под это преступление. Я не хочу там раскрывать некоторые тайны следствия, возможно, их нельзя про них говорить, но очень все похоже, что даже если эти люди и совершили преступление, то кто им за это заплатил? Они бы точно не пошли бы на такой шаг, на убийство, просто потому что им не нравится. Тобто особистих мотивів недостатньо в них проти вас для того? Нет никаких вообще. Я с этими людьми никогда в жизни не пересекался. Ни по бізнесу, ні лично. Ми ніколи нічого не обсуждали. Але ці мотиви є у людей, які також живуть у нашому місті. Чи не живуть? Послушайте, я думаю, що це було дуже професіонально спланіроване преступлення. Це було професіонально исполнене преступлення, не просто подготовленное. И тот человек, который стрелял, он абсолютно хорошо представлял, что он делал. И я абсолютно не удивлен, что нет никаких сегодня продвижений в следствии. Их не было раньше и нет сейчас. СБУ, по моему мнению,
одна из немногих структур правоохранительной системы Украины, которая осталась в доверии. И именно с этой точки зрения я могу надеяться, что что-то может поменяться. А то, что говорил Михаил, абсолютно правильно, потому что никто не рассматривал расшатывание ситуации в Одессе в світі вот этих множественних покушений. У нас дійсно було багато цих нападів, але що дивно, міська влада не б'є і не була на сполох у зв'язку з цим. Ми не бачили якоїсь певної реакції від представників міської навіть влади. Навіть згадуючи 5-го президента України, здається, жодного разу у себе на сторінці Фейсбук він не писав про ті ситуації, які траплялися в Одесі, коли стріляли вас. Здається, жодного повідомлення. Тому що це вкладається в їхню парадигму. Понимаете, жизни. Он, Порошенко точно такой же мафиози, понимаете, как и Галантерник, и Ангерт, и Труханов. И это их парадигма жизни. Они считают, кто там вообще, кто там что-то пикает? Это наша страна, мы ее купили. Эти говорят, это наш город, мы его купили. Кто там пикает? Ну, заткните им рот. Вот у них такое мышление, вы понимаете, у этих людей. Я вам скажу больше. Когда Труханова попросили комментарий по произошедшему, когда меня пытались убить, он сказал, я не знаю этого человека. Хотя на 7-м канале было множество передач про недострой, про различные акции. И там видно, когда мы стоим рядом, разговариваем, и он прекрасно меня знал, и мы не один раз общались. Более того, я скажу, что именно, повторюсь, что именно жесткая реакция со стороны посольства Соединенных Штатов вынудила Порошенко обратить на это внимание. Иначе бы он бы просто бы этого не заметил. Вот, смотрите, я вам сейчас очень коротко скажу хронологию. Вот связки одного события с другими, связки с Галантерником, по мне. Это все, что известно, все, что есть в материалах следствия. Это несколько криминальных проваджень, которые до сих пор, я не понимаю, даже объединены или нет. Я не знаю. Происходит такая история. Ко мне приезжают люди Галантерника и угрожают под офисом. Прямо под офисом. Есть прямо видео. Люди, и есть видео. Прямо люди Галантерника. Это все фиксируется. Подаются соответствующие заявления о ЕРДРице. Открывается, ну, по-старому криминальное проваджение. Ничего не происходит. Через месяц после этого, недалеко от офиса, Алину Радченко, моего заступника, по-звірячому, білим днем, по-звірячому, ледве не вбивають. Могли вбити, вона тендітна жінка. Могли її вдарили в голову, вона головою об стінку втратила свідомість. Еще через какое-то время ко мне приезжает, думаю, грузовик. Что тут думать, блин? Ёлки-палки, зафиксировано одно криминальное провожение, второе. Ну тут же, понимаете, вы же сами поймете, откуда растут ноги, правда? Вот вам надо подсказать, как вы думаете, откуда это преступление? Вот скажите, откуда это преступление? Вот ваши версии. Вот представьте себе, что вы следователь, и вам известно стало вот эти три простых факта, о которых я говорю. Как я, вы думаете, я не буду уявляти себе в ролі слідчого, але я хочу зауважити, що дійсно, да? Наш міський голова декларує, що він в нього душа болить майже за кожного одесита, і тут дуже дивно, чому не болить душа за наших активістів. По ньому плаче тюрма. Може, у нього душа і болить, моє мнение, по ньому плаче тюрма. Ще саме раз для того він іде в парламент, аби посилити свій абсолютно в Одесі. Да, да. Я хочу додати, на самом деле, вот все резонансные преступления, они примерно вот нарушения, примерно вот ситуация, у них как по одной вот кальке, да? То есть, по большому счету, правоохранительная система работает таким способом. Тоже дело Гандзюк. Сначала, для того, чтобы успокоить общественность, надо хватать, кого не попадя. Да. Ну, кого не попадя. Те, кто имеет отношение костное, не костное, все. Посадить, ну, скажем так, однозначно знаю, что будет поддержка общественности для того, чтобы их поместить в СИЗО. Потом делают вид какой-то определенный, что расследует. Это касается нашей правоохранительной системы в городе Одессе. Делают вид. Потом отправили в суд этих двоих, там троих, пятерых, шестерых. Ну, опять же, допускаются определенные нарушения. Любое резонансное дело взять с знаком плюс, знаком минус, примерно действуется по такой схеме. Отправили, а там дальше суд как разберется. Самое главное, уже пускай обвиняют суд. Да, снять с себя ответственность. Да, снять с себя, это я согласен. При этом допускается нарушение со знаком минус, да, то есть по большому счету и со знаком плюс. Вот 2 мая. То же самое, да? Вот развал произошел из-за этого. Быстрее отправили, забыли, не позаботились, не расследовать ничего. Дело Гандзюк, вспоминаем. Да, сначала задержали кого не попадя, потом как можно быстрее, но благо там общественность включилась. И я вам скажу, что самое интересное, самое такое, вот общественники, общественность, вот то есть при недоверии к правоохранительной системе все равно где-то
поддерживают ее, когда они задерживают хоть кого-то по этому делу. Да, ну, потому что они не знают всех материалов. Чувство справедливости, да, это логично. Да, требовать, хотя да. там попадаются вот люди абсолютно непричастные. Ключевое слово тут хоть кого-то. Да, хоть кого-то. Так работает система. Смотрите, как она еще работает. Вот там идут совершенно дебильные, вот этот совок, который смешался с невероятной коррупцией. Я с очень многими следователями, замами, помами, прокурорами, начальниками общался. Вот смотрите, как это сегодня работает. Я вам просто скажу концептуально, да? То есть, допустим, скандал. Скандал, быстро кого-то схватить. Надо быстро кого-то схватить, чтобы сбить эту реакцию. Что дальше происходит? Ну, если действительно кого-то схватили, кто может там, как-то может дальше двигаться следствие, что делается? Так, остановились. Стоять. Есть такое понятие у них «зеленый», знаете? Вот когда у них есть понятие «зеленый» и «полный вперед», они находят преступников, реально, выходят на заказчиков. Система способна это делать, есть, особенно если есть возможности у СБУ и так далее. Но им для этого, у нас настолько она парализована этой политической коррупцией, именно коррупцией, потому что городом управляют, на самом деле, не президентская ветвь власти сегодня контролирует правоохранители, а контролирует товарищ Галантерник. Контролируют, понимаете, правоохранительную судовую гилку влады. Я это утверждаю, что мафия вот эта в мантиях, большинство судей, ключевых большинство судей, довольно большое число, работает на Галантерник и обслуживает эту мафию, понимаете? Так о чем мы говорим? Как они могут здесь расследовать какое-то преступление? Ну, я подкресливаю, что у них такие разумения. Зеленый. Вот они говорят, зеленый свет, расследуем. Включаются все возможности этой машины, потому что государство — это машина. Понимаете? Если она используется по назначению, выполняя свои функции, раскрываются даже очень серьезные преступления. Для этого у них все есть на самом деле. Но государство не хочет такие преступления очень часто раскрывать. Как в нашем случае. Я же еще раз говорю, всем понятно сегодня, кто за этим стоит. Больше того, я уверен, понятно, как на этих людей выйти и как их привлечь ответственность. Я это утверждаю, что это понятно. Я разговаривал со следователями. Это очень часто простые, неплохие ребята, на самом деле, профессионалы. Даже есть профессионалы, да. И они говорят открытым языком. Послушай, говорят, ну нам скажут зеленые, скажут давай, ну мы будем делать свою работу. Но если у нас нет такого, зеленые, как они говорят, и давай. Ну, говорит, я маленький человек. Мне дают указания, делай это, я делаю. У нас вот такой дебилизм. Это гнилая система правосудия, гнилая правоохранительная система. Это не работает. Это надо все знести, знести в море и побудувати цивилизованную конструкцию, яка буде працювати. Ну, они хотелки, понимаете? Это ж, ну, оно не работает. Як це зробити і хто це може зробити на вашій? Хто завгодно. Потрібно знищити оці от феодально корумповані зв'язки. Це тільки через відповідальність можливо. Коли ключові фігури будуть розуміти, що в будь-якій такій ситуації реально настигає їх відповідальність, це все прекратиться. Чому це відбувається? Тому що ключові фігури, які всі мультимільйонери, розумієте? От у нас же прокурори мультимільйонери, головне. У нас менти головне, извините, мультимільйонери, розумієте? У нас судді мультимільйонери. Это все знают. Возьмите за руку любого из них, пойдите к нему домой. Вы поймете, что это вообще, это за гранью. Люди этого же не понимают, большинство. И к нему вы пойдете домой, посмотрите на образ жизни этого человека, который государственный чиновник. У него дома там, понимаете, они золото, образно говоря, едят. Но это правда, вы же это тоже, наверное, понимаете. Ну, понимаете, и мы это все терпим, мы смотрим на это. Ну, вот так как-то у нас такая конструкция так сложилась. Эту конструкцию надо поломать. Те люди, которые участвуют в таких вот заказных расследованиях, я так называю, заказных расследованиях, те люди, которые умалчивают, которые придерживают дела, которые грабят наш город, они должны сидеть в тюрьме. Я подчеркиваю, когда ответственность будет наступать, и люди за свои преступления, невзирая на свои возможности административные, невзирая на свои огромные деньги, будут садиться их... по закону будут садить в тюрьму, у нас это все прекратится, у нас все заработает. Снести, я имею в виду, когда я говорю снести, я не говорю там, знаете, как там большевики, там землю крестьянам, воду матросам, все забрать и поделить. Это же бред, правильно? Я говорю о другом, должна возникать ответственность. Мы прекрасно понимаем, что эти люди живут не по средствам, что эти люди грабят нас, эти люди не выполняют свою работу, они обогащаются и вешают нам на уши лапшу, извините. Вот это, если мы прекратим, если мы... Это от нас зависит очень сильно. От общества, от граждан, от неравнодушия, от желания что-то делать, что-то менять. Если мы это научимся, вот привлекать их к ответственности, у нас будет другое качество власти, абсолютно. И как следствие, другое качество жизни. По-другому не бывает. Через это прошли все цивилизованные страны. И нам придется через это пройти. Просто от нас зависит,
Когда мы это сделаем, от нас зависит. То есть это будет там завтра, условно говоря, да, или это будет через 100 лет. Вот это зависит от нас. Дивіться, ви кажете про зміну цієї системи, а вже на противагу ми бачимо об'єднання Кернеса і Труханова. Нічого страшного, це, я вважаю, що це защитна реакція. Це гра, це політика. Політика монетизована. Ці люди об'єднуються саме тому, можливо, з моєї точки зору, що вони не змогли домовитись на сьогоднішній день з президентською гілкою влади. Вони бажають цього. Вони хочуть стати вагомою опозицією, яка буде протидіяти вже. Абсолютно. Ні, ну тут справа, вони не будуть на даному етапі, вони можливо, щоб вони стали... Ми побачимо у парламенті, все це, певно, робиться для того, аби посилити свою владу. Посилити, забезпечити, це ж як індульгенція, це знаєте? Тиск. Вони дуже тиск в деякому сенсі, да? Вони показують, от ми зараз об'єднаємось, ми сила, з нами потрібно домовлятися. Це перша теза. Друга теза, це те, що вони намагаються знов сховатися ключові якісь свої, ключових свої якісь постаті, вони хочуть сховати за депутатську недоторканність. Це для них дуже важливо. Дуже важливо сховатися. Бо, знаєте, як Бог його знає, а вдруг це і почне саджати, да? Оцей. От, ну, ми ж не знаємо сьогодні. Він для нас сьогодні, в більшості Зеленський, огілка влади, сьогодні для кого не зрозуміло. Але сподіваємось, що першим рішенням нового парламенту буде скасування недоторканності. І дивіться, от вибори в тому форматі, по старому закону, які будуть відбуватися, це нова криза влади. Я стверджую, ми получимо нову кризу влади, ми получимо ще одні позачергові перегони. Тому що не буде нової більшості. Ці зараз будуть лізти за цю гречку по мажоритарці. Вони вже засіяли абсолютно всю Україну цією гречкою, чим завгодно. Вони зараз будуть пролазити в парламент, знов будуть там імітувати цю законодавчу діяльність, будуть ділити будуть наші кошти, фонди, бюджети, обкрадати нас, намагатися закрутити оцю гілку президентської влади. І це буде, знаєте, як, ну, це як по колу нас будуть знову. Чи можна розраховувати, що будуть позачергові вибори місцеві? Так. Я все роблю останні кілька років для того, щоб це відбулося. Тому що ця якість влади, вона не влаштовує, ну, щонайменш людей, які... щонайменш намагаються вникнути в якісь проблеми міста. У нас теж тут довбаний совок. Вони видають просто дуже часто людям довбаний совок, який в нас. От як у нас змінилося місто? Я тут народився і виріс, да? Як у нас змінилося місто принципово з часів, з радянських часів? Ну, у нас стало більше там яких магазинчиків, бутиків. Все! Інфраструктури немає сучасної. Пляжів сучасних, сучасного узбережжя немає. Що в нас є? Ну, насправді, що в нас є? Блін, совок довбаний, тільки його завернув в таку обгорточку, знаєте, такий чи дикий капіталізм. Досліджували, певно, настрої людей, якихось певних верств населення, саме Одеси. Що вони думають? Чи хочуть вони побачити все ж таки іншу людину, тому що зараз умови несприятні? Наприклад, бізнес, середній бізнес, як він себе відчуває? Неофіційно кажуть, що не дуже добре. Давайте я попробую відповісти. Вон Олег займається бізнесом, я не займаюся бізнесом. Перше, я хочу сказати, повернутися чуть-чуть назад, що... Если вы помните, был такой нашумевший случай поджога магазина «Рошен» в Киеве. Угу, через 4 часа, не имея ни свидетелей поджога, не имея даже подозреваемого, его нашли. Нашли просто потому, что это надо было сделать, показательно сделать. Перестреляли. Нашли буквально сам через... сам пришел, мабуть. Нет, его нашла служба СБУ. І дійсно знайшла. Це ж питання ставив Зеленський під час дебатів Порошенка. Да. Чому замовники вбивства Павла Шеремета не можуть знайти роками, а людей, які зробили підпал... А це тому, що треба ли це комусь? Коли треба було зробити показательне виступлення і наказати тих, хто виступає проти предыдущего президента Порошенка, это очень легко сделали. То есть кадры и возможности есть. А вот желания никакого нет. В то же время я помню, когда произошло покушение на меня, следственный эксперимент, который отвечает на большинство поставленных вопросов, первый следственный эксперимент был проведен через полтора месяца, когда уже рассматривать и говорить было нечего. Так отдавили, это хорошо. И это мощные адвокаты, и это только потому, что было колоссальнейшее давление со стороны западных партнеров, со стороны адвоката, общественности и журналистов. Теперь какие настроения? Огромнейший городской бюджет позволяет сегодня
городской власти сделать много. Давайте зазначимо, що цей бюджет також складається з податків, які виплачують саме підприємці. Да, в тому числі. Это те податки, те налоги, которые собираются в Одессе, и которые сегодня составляют только по официальным данным больше 9,5 миллиардов гривен. В действительности, я думаю, что этот бюджет далеко превышает 15 миллиардов гривен. Потому что если вы посмотрите статистику и, например, сравните с городом Днепр, бывшим Днепропетровском, сегодня он называется Днепр, то там 12 миллиардов гривен. И это то, что они показывают официально. Ну, чтобы понимать, это сегодня бюджет сравнимый с бюджетом довольно большого европейского города. Мы буквально годину тому оказалось, что у нас за копейки сдаются в аренду пляжи, и міський бюджет мав би мати більш колосальні доходи. По нашим расчетам, по нашим приблизительным расчетам, в течение предыдущих двух лет украдено у одесситов было земли, коммунальной собственности, пляжи стоимостью более 200 миллионов долларов. То есть украли за последние два года фактически еще один бюджет города. Фактически еще один бюджет города просто ушел частным структурам. И сверху еще взяли кредит. А вы слышали, и плюс еще взяли 2 миллиарда. Так, звичайно, да, Вот смотрите. А, ты не закончил? Да, я хочу по настроениям. Бюджет большой. И он настолько большой, что из него можно очень много взять, украсть, отдать собственным компаниям и еще что-то делать. Одесситы в действительности многие годы не видели, чтобы хоть что-то в городе делалось. И они... Плитка в парках. Плитка, освещение, все. Это делается за наши деньги, но просто до этого бюджет был маленький, и все разворовывалось. Теперь остается какие-то, хоть какие-то деньги на улучшение. Но бизнесу точно нелегко. Если ты имеешь связи с Одесской городской властью, то у тебя все замечательно. Ты будешь выигрывать тендеры, ты будешь получать подряды, ты будешь ремонтировать. Тебе дадут кусочек этого общего пирога. Но если ты не дружишь с городской властью, то чаще всего... То тебе снесут магазин. То тебе снесут магазин вместе с товаром. А товар вывезут куда-то и скажут, езжайте. Нет, смотрите. И за это никто не ответит. Вот именно. Есть криминальное провадження, точнее, ЕРДР, да, то есть это внесено данные в Единый реестр досудовых расследований. Але вже скільки пройшло? Це ж з Новим роком вони мене так привітали. Так. Вночі снесли магазин. І ялинку. Весь товар ми відвідали. Да. Ну, це в духі гопника Єни і гопника Галантерника. От це їхній стайл. Да? Вот. Они снесли. Мы, естественно, в законном установленном порядке обратились в правоохранительную систему. Вы думаете, кто-то что-то делает? Конечно, нет. Хотя факт преступления налицо. Я оцениваю то, что это магазин моего брата вообще. То есть наш с братом такой осколки нашего когда-то автомобильного бизнеса. У нас вот этот магазин был, мы боролись там за права предпринимателей этого рынка. И вот таким вот образом поступили, то есть ночью снесли магазин вместе с товаром и так далее. Я оцениваю это в несколько сотен тысяч долларов. Я добьюсь того, что рано или поздно я добьюсь того, чтобы кто-то отвечал за вот эти вот определенные вам лица. Вам повернули товар, до речи? Нет, конечно. Так я его забирать не буду, его у меня украли. Вот смотрите, даже вот как я, у вас взяли, украли кошелек, да? Вы через сутки должны прийти и сказать, верните кошелек. Это что, преступление каким-то образом локализует? Нет. Мало того, у них оснований нету, понимаете, на это. У них кроме договора аренды земли ничего нет. У них нет документов на этот магазин, который они снесли. Этот магазин, а у меня есть. Этот магазин я строил за свои деньги. То есть обворовали, снесли помещение, которое я построил за свои деньги. У меня есть соответствующие на это документы. Давно, 20 лет назад. Вот. И украли весь товар, оргтехнику, торговое оборудование и так далее. Они говорят, да, твой товар в сохранности, можешь его забрать. Так нет, даже, ребят, документы забрали. Шеф украли с деньгами и с документами. Вы понимаете, все, вот голое место. То есть вечером закрыли магазин сотрудники. Утром знаете, голове... эти, как их, карманники, которые вытаскивают кошельки, разрезают сумки, они хотя бы подбрасывают документы. Вот. Здесь взяли все абсолютно. Вопрос в том, что вот это реально полностью отражает беспредел этих людей. То есть беспредельность, беспринципность, беспредельность и готовность идти на самом деле на любые нарушения закона.
От і все. Олександр правий у тому, що за останній час зменшилась кількість нападів на активістів. Останній випадок, здається, був з Світланою Підпалою, коли її облили нечистотами. Вибори? Ні, ні, ви не праві, тому що недавно був ізбіт один із активістів дорожнього патруля, а позже йому спалили машину. Це буквально произошло... Це після Світлани Підпалої? Значительно позже вже. Це не зовсім. Але зменшилась кількість нападів на активістів. Да, конечно. Можно я чуть-чуть, на самом деле, отвечу? Тут не то, что отвечу, тут такая проблема. Вот нарушения, которые происходят в делах по расследованию дел активистов, ну, может быть, достаточно большая его жестокость, как по моему мнению, она и сыграла где-то большой такой плюс. Потому что любой преступник, он все-таки рассчитывает, совершая преступление, что будет к нему действовать, ну, в отношении к нему, будут все-таки поступать по закону, и все-таки идет расчет, как у Светланы Подпалой. 125-й, там, легкие телесные повреждения были, вот это первые летние нападения, да. А потом, как мы увидели, да, действительно, правоохранительные органы, как и адвокат говорю, да, действительно, они завышают квалификацию, значительно завышают, но... Это достаточно имело хорошее такое профилактическое воздействие на других вот людей, которые будут задумываться, стоит ли нападать на общественников, если будут такие достаточно жесткие последствия, жесткая реакция. Ну, по крайней мере, к исполнителям. Я не говорю сейчас про ветную, да, такой высшие такие там заказчиков, мы говорим, да, тех пособников, которые организуют. Да, действительно, из-за этого... Навірно, скоріше всього, все тяжелее, тяжелее знайти исполнителя. До чого ми це питали? Тому що замовники за часів попередньої влади, можливо, відчували певну безкарність. Зараз, коли новий президент, змінюється нова гілка влади, вони шукають шляхи виходу на, ці, на цю владу. Да, поки що, можливо, не виходить, і тому бояться зараз щось робити. Смотрите, от я з уважаемым адвокатом, в принципі, согласен в определенному смислі, да? Но смотрите, от у нас все-таки кодекс, он в определенных своих статьях и так далее, он с моей точки зрения, не соответствует современным реалиям. Потому что, допустим, одно дело хулиганство или там какие-то вот там преступления мелкие, угу, которые квалифицируют нападение на громадско-политических деятелей, нету отдельной квалификации. Я бы ввел. Почему? Потому что, вот вы говорите, терроризм — это много, да? А хулиганство — это мало, правда? Ну, хулиганство — это вот, много. Я о чем говорю? Квалификация проблема. Правильно. Есть, да. Вот я же об этом говорю. Почему вот такие... То есть у нас изменился мир. Мы живем в 21 веке. А статей, которые бы соответствовали вот такому... Появились новые вот, отношения. Да, вот такому... Появились новые отношения в обществе. И у нас нет статей, которые бы соответствовали вот этим происходящим событиям, понимаете? На самом деле, нападение на громадско-политичного деяча, ну так, на слух, терроризма, наверное, много, да? Вот даже мы же как обыватели рассуждаем, потому что я не адвокат. Вот я адвоката спрашиваю, а он подтверждает мои домыслы. Очень много. Да. Вот. Неправильно. А допустим, хулиганство — это очень мало, потому что это преступление, ну, оно, с моей точки зрения, гораздо более серьезное. Оно загрожает життю. Давайте дело так. Даже не в этом, что життю. Смотрите, это все-таки преступление против общества, потому что эти люди, они как бы на передовой борьбы гражданского общества за справедливость, за борьбу с коррупцией, они заставляют власть где-то заставляют, скажем так, ну... Не, сложно сказать, быть лучше, наверное, неправильно, да, но, по крайней мере, что-то быть делать, быть аккуратнее, понимаете? То есть это передовая гражданского общества. И именно эта передовая двигает эволюцию вперед. Вот. И квалификаций таких, вот вы же со мной согласились, да, правильно? Их нет. Их, правильно бы, чтобы они были. И наказания за это были довольно суровые. Но все-таки, наверное, не терроризм, я не знаю. Мне кажется, терроризм — это перебор. Ну, раньше, вообще-то, активист — это не было такое, ну, то есть поведение, действия активиста. Да, то есть деятельность активиста, она не имела большое значение, когда было изменение в уголовном кодексе, именно в уголовном, который определял ответственность за какие-то действия. Сейчас, по сути, с 2014 года, это всего лишь в 4 года, произошли изменения. Произошло увеличение значимости активистов в жизни, влияние на власть, влияние на ту же правоохранительную систему. Со знаком плюс и со знаком минус, но все-таки влияние увеличилось. Ценность жизни, деятельности активистов, она значительно выросла. Поэтому вполне возможно, что необходимо законодателю изменить, а именно увеличить, скажем, наказание по субъектам. Именно не то, что там громадский деяч, что мы там спорили, громадский деяч, не громадский деяч, да, а именно членов активных членов общества, да, громадского сословия, войти в такого, найти такого субъекта, или там, допустим, членов какой-то общественной организации, ну, подобное. А сейчас, в принципе, все-таки уголовный кодекс вот в этой сфере статей, он все-таки защищает или очень значимых вот людей совсем, значимых, там, допустим, руководителей партии, там, президента и тому подобное, или
или приравнивает активистов уже как к обыкновенным гражданам, которые вот просто вот, ну, не более, не менее, а вот просто ходят и что-то делают. Вот все. Смотрите, НАБУ, у них есть определенная юрисдикция, да, они не могут, скажем так, против любого чиновника, против любого госслужащего вести какие-то криминальные провадження, потому что они сходят в их сферу деятельности, в их юрисдикцию, да, у них четко определенные статусы, определенные преступления и определенные статусы госслужащих, да. То есть у них современная, она для нас новая, да, относительно служба, современная, антикоррупционный орган, и он прописан в соответствии с, ну, скажем так, актуализированными какими-то условиями, да, и, соответственно, статьи и так далее. А вот с точки зрения защиты общества, защиты активных членов, это не актуализировано. Вот я буквально, сидя здесь у вас, на самом деле, об этом подумал, когда вы сказали. И видите, то есть юрист, адвокат говорит, что я прав. Потому что, ну, необходимо. Да. Дело в том, что состав преступления — это очень правильная, выверенная, хорошая конструкция. Это как математика. Дело в том, что если люди считают, что можно там вышло, так, дышло туда, вышло как в законе. Такого не бывает, если четко придерживаться квалификации преступления, четко придерживаться процесса. А у нас, ну, в нашей стране чуть не так получается, ну да ладно. То есть это четкая квалификация. И поэтому, если ввести какие-то дополнительных субъекта, то тогда это все будет ложиться именно в тот состав, который надо. Мало того, будет и соответствующее наказание. Если выделить общественных деятелей, как общественных деятелей, как организацию, да, то есть как людей, которые входят в организацию, но еще быть люди, которые просто занимают активную позицию, да, они ничем не лучше, не хуже, я не знаю, входят в какие-то организации, не входят, но тем не менее их значимость тоже не меньше. Тоже важно тоже их принимать. Ще таке питання до Олега і до Михайла. Чи збираєтесь найближчим часом зустрітися з новим президентом і окреслити ту ситуацію, яка є в Одесі? Ну, то, що касається мене, я, наприклад, до кінця не розумію. Какие он до сегодняшнего дня, до конца не понимаю, какие административные шаги и он сделает, да, и от этого, в принципе, как для меня, как для гражданина, как для политика, будет зависеть мое личное желание, хочу я с ним встречаться или нет. Потому что я, например, себя ценю не меньше, чем любого такого же гражданина, а президент-гражданин. Для того, чтобы у меня было желание... Да, для того... Нет, это статус, да, но мы его выбрали, вопросов нет. Но для того, чтобы я лично, я ценю свое тоже мнение и свою позицию очень ценю гражданскую. И для того, чтобы с ним встречаться, о чем с ним разговаривать, я должен понимать, что этот человек соответствует какому-то моему мировоззрению. То есть, если он будет соответствовать, я с удовольствием встретился бы и поговорил обо всем. Да? Если не соответствует, то мне не о чем с ним говорить. Тут все просто. Олеже, в действительности все очень просто. Так в Украине сложилось, что все обращаются к президенту. Обращаются как к последнему источнику гарант Конституции. Помощи, гаранту Конституции. Если бы в Украине работала правоохранительная система, в большей степени к нему бы не надо было бы обращаться вообще. Тогда необходимо было бы обращаться к тому, кто должен заниматься этими вопросами. Генеральный прокурор, министр внутренних дел, начальник национальной полиции. В действительности президенту нужно сделать всего несколько правильных назначений. Поставить во главе правоохранительной системы тех людей, которые будут работать на благо не свое лично и откровенных криминальных олигархических банд, а на благо обычных одесситов, украинцев, людей из других городов. И тогда по большей степени вопросов не надо будет даже беспокоить президента. Я, конечно, с удовольствием встречусь с господином Зеленским, если предоставится такая возможность. Но я бы очень хотел, чтобы не он занимался этими вопросами, а занималась правоохранительная система благодаря его правильным назначениям. Дякуємо вам, Олег Михайлик, Олександр Марков, Михайло Кузаконі, були гостями цієї інформаційної години. Підводимо підсумки нашого питання, яке ми поставили о 14-й годині. Чи достатньо робить міська рада для вирішення проблем? Відповідно, так, але могли і краще вважати 18% і ні, повністю їх ігнорують 82%. Ну і протягом останніх двох годин для вас працювали Анна Полюкова та Євген Салтан. Побачимось.